Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в растения против зомби-герои. Ну что же, пойдем играть дальше за зомби. Так, у нас капитан Огонек на вулкане не до отдыха. Супермозг, а может быть нам с тобой взять разгромчика, а? Ну-ка дай-ка гляну колоду его. В принципе, у него все отлично, все хорошо, все шикарно. Ладно, я его оставлю. Выбираем и поехали. Тут у нас, если что, есть отхил. Есть неплохие слабые карты, которые можем выставить на первом ходу. Так, это, наверное, мы с тобой сейчас уберем. А вот так вот оставим, пожалуй. Ну что же, капитан Огонек. Так, справик вызвал, да? Грибной дождь. Во время этой миссии справик появится на случайной линии во время каждого хода. При игре зомби любое растение получает 1 единицу урона. Ага, то есть каждый ход у него будет появляться споровик. Вот оно что, да? Тихо, 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 не надо. Блин, ну совсем оборзели, а? Что мы можем сделать? Давай хотя бы один споровик с тобой уничтожим. 2 в лицо нам не избежать, получается, да? Поехали. 1, 2. То есть, а если у нас появляется зомби, да? То у него минус 1 гриб. Ну, если я, предположим, сделаю... Блин, давай, наверное, вот так с тобой сделаем. Хопа. А, даже сразу двоих. Ну, я понял, ребят, все. Ну-ка, что он там делает? Твою же налево. Огненный горохострел у него тут появился. Ну, его можно, в принципе, уничтожить. Это не составит нам труда. Мы даже можем с тобой немножко по-другому. Да ё-моё. Можем даже с тобой сделать немножко по-другому. Вот так вот. Вот так вот сделаем. Может, хватит уже, а? Твою ж налево, начинается у него. Ну-ка, кого-нибудь уничтожим с тобой. Ага, тот получил 1 единицу урона. Так, тут-то получаем 6. Вот в чем беда вся. Смотри, хобана. У нас с тобой 8 хп всего лишь остается. Меня это совсем не радует. Вообще не радует. Опять этот споровик вылез тут. Ну что, мы можем, например, с тобой хильнуться. Мы можем... Или же мы можем с тобой сделать немножко по-другому. Вот сюда поставить. Ага, минус 1. Так, и этого мы можем с тобой уничтожить, знаешь как? Нет, тогда лучше вот этого уничтожать там. Что? Все растения получают... Да, это плохо, друзья мои, это плохо. Короче, мы с вами уничтожаем вот этого. И тогда получается вот этого. Ах, вот оно что. Это плохо. Ну, давай, давай, посмотрим. Так, призрак атакует, зомби атакует. Опа, опа. Чё, раз не получает плюс 4, зашибись. 9-3. Не кисло? Друзья мои, совсем не кисло, да, бомбанул. Но у нас есть призрак. То есть этого мы можем уничтожить. Этот получит 1 единицу урона. Так ведь должно быть? Справи, хотя этот же может еще получить. Ладно, сделаем с тобой. А почему у него опять здоровье это все целое стало? Давай так вот сделаем, хоп. Так, у нас с тобой 3 энергии. Что мы можем сделать? Ничего абсолютно. Так, наносит 5 единиц урона. Смотри, что творит, а. Ладно, у нас с тобой, если что, есть хил. Да? Попробуем захиляться с тобой. Блин, ага. Так, у нас безумие, давай его сюда поставим. И 5 в лицо нам дали. Окей. Так, ну это ерунда, справик этот не страшен. Вот здесь меня, конечно, напрягает, если честно, очень сильно вот этот вот. Так, ага, минус 1. И давай вот так вот сделаем. Опачки, красота. Друзья мои, красиво все получилось. Вот это, конечно, уже бесяво, на самом деле. То есть он нам еще 3 единицы урона нанесет. А как мы будем с ним бороться, объясни-ка мне. И еще атаку, да? Этого уничтожили. Так, ответочка. Да чтоб тебя, а!
Да ладно, он еще... Смотри, что делает, а? Смотри, что он творит. Оу. Так, пускай этот там кипишует. Ну что, мы с тобой выставляем вот этого медика. Давай так вот сделаем. Кто-то из этих грибов должен уничтожиться. Один есть. Мне больше пока некем сходить. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, что он творит. Так, этого уничтожаем. Окей. Так, здесь получаем урон. Ну что, друзья, битва серьезная, на самом деле, очень серьезная. Оу! Блин, а у нас, подожди, у нас не 9 хп. Ну что, тогда мы с тобой делаем немножко по-другому. Немножко по-другому, а точнее... Слушай, он же сейчас кого-нибудь поставит, этот зомби сиганет туда, верно? Верно. Тогда делаем так. Посмотрим, что за карта нам сюда вылетит. Оу, еще один йети. Ну, я думаю, что нам надо с тобой вот так вот сделать. Ах ты, урон получил вот этот. Ладно, ребят, смотрим. У нас еще блок есть. Оу, виноград. Слушай, вот это плохо. Так, вам бросили вызов. Да какой сейчас вызов, ё-моё. Какой сейчас может быть вызов, когда у меня такая баталия тут идет? Угу. Так, смотри, что получается у нас с тобой. Мы получим 6 в лицо. Есть, конечно, у нас... Не сработает блок. Плюс. Плюс мы можем с тобой сделать. Блин, у него там 9 здоровья. Давай, наверное, вот так вот захимичим. Так, йети, кого-то там. Ага, курицу мне вызвал, да? Он мне вызвал куриц. Как нам быть-то с тобой, я даже не знаю. Пока пропускаем ход. Смотрим, кого он выставляет. О, блок, сработай блок. Отлично, о, еще и отхиливаемся. Ну все, тогда мне ничего здесь не страшно. Друзья мои, ничего мне здесь не страшно. Этого мы уничтожим. И плюс ко всему мы сделаем с тобой вот так. Сейчас нам прилетит, конечно, 6 в лицо, но это не критично. Поехали далее. Тут тупо обмен, вот здесь вот. Но у нас есть... Слушай, я боюсь, как бы у него там винограда еще не оказалось, а, одного. Так, йети у нас улетает. Угу. Ну что, о, медик. Ты как раз вовремя. Ну, этот лопушок сейчас у нас отдуплится. Ему здесь ничего не поможет. Так, 11 хп. Ну, что мы можем с тобой сделать? Ну, давай поставим йети. У него всего одна карта. Он, наверное, не сможет меня здесь законтрить. Как бы он ни старался. Что ты там выставишь, а? Вообще ничего, ребята, он просто сдался мне. Понимаешь, он просто мне сдался. Ну что же, короче, ты запомнил, да, что первый ход у него был со справиком. То есть дальше будет все круче, круче и круче. Ну, а мы с тобой главное, что выиграли. Так, и двигаемся дальше. Кто, интересно, у нас тут будет? Ночной колпак, да, ну, хорош. Этот колпак меня, помните, в прошлой серии просто из себя выбесил. Ну, давай вот это вот уберем. Так, в принципе, пока рука неплохая. Но я не знаю, что у него за карты. А, тут в каждом уровне будут эти грибы. Слушай, ну это же плохо. Это же очень плохо. Ой, подожди, не то делаю. Вот, конечно же, нужен шар нам. Твою ж налево. Так, пропускаем ход. У нас есть зомби, да, у нас есть такой зомби, который... Делает призыв. Причем, можно сказать, такой халявный. Мы его ставим сюда. И все, да? Поехали, посмотрим, что он сейчас будет выставлять. Ничегошеньки. Ладно. Ну давай, гриб, появляйся где-то там. На какой полочке появишься здесь? Значит, у меня такие идеи. Выставляем сюда зомби, а сюда сумоиста. Единственное, что у меня очень быстро заканчиваются карты. Он опять ничего не стал делать. Че он там затеял опять, а? Скажи-ка мне на милость. Вызывает ядовитый гриб. Еще кому-то наносит 2 единицы урона, соответственно. Нет? Ну, парень, что я могу сказать тогда по этому поводу? Тебе не повезло. Или не повезло кому-то другому. Сейчас посмотрим, кто из них погибнет. Этот или вот этот? Так,
Так, мы еще должны появиться. Воу-воу-воу-воу-воу, тихо-тихо-тихо, виноградина, блин. Как же так-то, а? Ну, кто погибнет? Этот. Окей, мы с тобой можем сделать... Давай вот так, неуязвимость. О, нам еще и рыцарь достался. Отлично. Ну, давай, давай, зомби, бомби. Так, что нам дальше с тобой тут замутить? В принципе, есть, есть вариантик. Выставил, да? А я сделаю вот так и... Да пока больше ничего не буду выставлять. Рикошет, кого? Кого он? Ага, сумоиста. Мне кажется, он зря, конечно, это сделал. Но, видимо, у него другого варианта не было. Мы его еще и наказали. Поехали. Так, у него 10 здоровья, как ты видишь. Плюс сработает у него защита блок. Вот что мне нужно было. Вот эта карта как раз для меня. Ребят, мы ее выставляем, и у нас все зомби становятся неуязвимыми. Единственное, конечно, что он может их сейчас уничтожать половину. Так. Смотри, смотри, что он сделал, а. 10 хп оставляет мне. Вот это да, вот это жулик. Так, ну я тогда, наверное, восстановлю себе 6 хп. Поехали, ребят. Так, ну понятно, у него срабатывает защита. Рикошет случайно, только не говори, что ты вот этого мне хочешь убрать. Воу, спасибо тебе большое. Это щедро с твоей стороны. Смотри, что произошло. Я могу опять выставить своего вот этого вот зомбика. А я так и сделаю. Я так и сделаю, я не собираюсь ему тут уступать место. Единственное, что мне надо будет вот этого, наверное, убрать отсюда. А вот этот погибнет автоматически. Все, ребята, давай смотреть, кого он тут выставит. Они все станут неуязвимыми, потому что здесь... Да чтоб тебя ты достал, а? Так, ладно, надеюсь, мы его сейчас завалим. У него 9 единиц здоровья. Тут должны ему снести 3 останется, да? Ну, сейчас, сейчас, сейчас. Вот это нанесет последний роковой удар. Твою же налево. Шампиньоны. Ну, на воде шампиньоны не встанут, поэтому привидение уничтожит этот гриб. Да, ребят, ночной колпак побежден. Напряжно на самом деле играть. Ну что же, разгромчик у нас выиграл. Ну, а мы с тобой двигаемся дальше на третью миссию. Всего их здесь будет 5. Так, я пока разгрома убирать не буду. Блин, капитан Огонек. Ё-моё. Ладушки. Что у нас тут? В принципе, вот это неплохая, да? Оставляем ее. Да, меня все устраивает. Рука вполне меня устраивает. Ой-ой-ой-ой-ой, что ты тут делаешь-то, а? Да ну хорош, он начинает с двумя этими хламонами. Растения такие дружелюбные. Только посмотрите, как мило общается капитан Огонек с Бататом и Пятистрелом. Отвратительно, положите этому конец. Ага, еще и дождь грибной, я понял. Ну что, мы с тобой... Что там? Ну это ты зря делаешь, я же его уничтожу, парень. Я же его просто шваркну отсюда. Он думает, сейчас тут будет, ага, творить что хочет. Нет, парнишка, такому не бывает. Вот этот батат, конечно, бесявый, потому что за ним будут прятаться эти растения. Ладно, предположим, ты так поступаешь, а я сделаю тогда вот так. Ха-ха-ха. Ну, давай глянем, что дальше он тут будет. Да ё-моё, ну ты достал со своими этими споровиками, грибами ничтожными, а? Они меня бесят. 3 в лицо получаем мы с вами. Бесява, бесява на самом деле. Ну что, мы с тобой сделаем сейчас хитрый ход. Один. Знаешь, как он будет выглядеть? Он будет выглядеть вот так. Мы сюда, вот сюда вот поставим с тобой зомби. Этот получил урон, да? И у нас есть еще с тобой... Нет, 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 нет. Не надо так делать, пожалуйста. Поехали, ребят. Так, 1 единицу урона получим, конечно, но никуда не деться. Так, мы получаем с тобой призрака. Так, а этот будет автоматически расти, да, при появлении грибочка, ведь так?
Так оно и есть. Эх, что же нам с тобой тут замутить? Ну давай, короче, сделаем с тобой вот так вот. 2-2. Так, этого уничтожили. И поставим с тобой хил. Все, ребята, вот так вот как бы. Ну теперь по... Нет, только нет, блин, его придется уничтожать. Да ё-моё, ну ты посмотри, что творит, а. То есть мы получаем с тобой сейчас... Погоди-ка секунду. Ну а если я сделаю, например... Ну вот так. Так, этого убрали. Так, тут обмен. Вот с этим надо что-то делать. У нас с тобой, в принципе, есть вариант. Причем довольно неплохой. Хорош, он будет качаться, нет? Нет, он летит сюда. Ну что, выставляем тогда, да? Давай смотреть. Все растения получают плюс 2. Наносит 3 единицы урон. Да ты посмотри, а. Ханурик, что творит? Так, то есть получается у нас с тобой 3 в лицо. Всего лишь 3. Но это пока терпимо, ребят. Это пока терпимо, на самом деле. Да, конечно, ага. Разогнался. Хотел мне 2 атаки тут прописать. Дальше у нас с тобой 7-5. Да иди ты, знаешь куда? 7-5. Я тебя уничтожу же ведь. Короче, выставляем с тобой вот сюда вот призрака. Пропускаем ход. Дальше смотрим, ребята, кого он сейчас выставит. Либо мы с тобой ставим неуязвимость вот сюда вот. Ну да, да, лучше так сделать нам. Или же, погоди-ка, лучше мы, наверное, вот так все-таки бомбанем. Вот так будет эффективнее. Потому что уязвимость, мы только уничтожим вот этот вот батат. А здесь мы батат уничтожим, и тот, по крайней мере, не сможет ничего сделать. Так, что у него там за карта? Я не знаю, ребята. 6 в лицо. Ага, блок сработал. Естественно, хиляемся. Естественно, хиляемся, но мне не хватает, ребята. Ага. Слушай, у нас есть привидение. Блин, 4-5 стал. Так, ну что, я ставлю сюда зомби. Я надеюсь, он его не уничтожит, а? Я надеюсь, он этот зомби не уничтожит, потому что я хочу на него повесить неуязвимость. А так мы 8 в лицо всклопочем. Так, ну это ладно, это фиг с ним, пускай он там выставляет, что хочет. Твою же налево, уничтожает, ребят. Просто уничтожает мне призрака. Ну что же мы с тобой сделаем тогда? Я даже не знаю. Давай вот так вот. Другого варианта я не вижу. Так, что это у нас тут выпало? Блин, 10 в лицо. Слушай, ну это же плохо. Я бы сказал, очень плохо. Да ты смотри, что творит, а. Ну что, вызываем? Вот таким вот образом. Всех тут нафиг уничтожаем с тобой. Бабах. Ух. Теперь смотрим, что он тут будет затевать. Ну, это фигня. Иди сюда. Опачки. Я так и думал, что у него будет ананас. Ты прикинь, если бы он его сделал во время того, как у него здесь очень много грибов. Так, наносит бонус на атаку. Ну ты жук, однако. Уничтожает меня, да, получается? Мою пушку. Так, а здесь мы ему... Да, вжарили. Так, теперь смотри. Ох ты, у нас еще и курочка есть. Нет, гриб, ты зря радуешься. Ты тут просто бесполезен. Вызываем сюда призрака, да? И вызываем сюда призрака. А после этого всего я хочу еще... Да! Ты серьезно, ананас? Да. Так, у нас когда... так, здесь... понятно. Ладно, фиг с ним, ребят. Поставим его вот сюда вот. Так. И вот так сделаем.
Ну тут просто вариантов у него на выживание нету. Что он там? Плюс 4? Все равно ты не сможешь мне забомбить моего зомби. А вот мы тебя сейчас с удовольствием разберем, парень. Ну давай, призрак, решающий удар. Да. Ну что, второй бой с капитаном Огоньком, как ты видишь, прошел у нас успешно. Я очень доволен, как и мои зомбики. Я даже вижу, как они аплодируют мне. Так, ну мы переходим на предпоследнюю миссию. Опять же играем за разгрома, но уже против вспышки на солнце. Она тоже хитрая, вспышечка-то. Так, у меня есть первый ход, есть второй. Спортсмена, наверное, мы с тобой... Ой-ой-ой-ой-ой-ой, как жестко. Ладно, оставляем. Оставляем. Так, я забыл, что эти грибы здесь. Да я знаю свой грибную дождь, это все понятно. Мне выставить некого. Я могу, конечно, уничтожить вот этот вот. Но зачем? Или надо? Давай уничтожим. Чтобы он не мешался нам, так скажем. Теперь я могу выставить... Ух ты, два зомби. Этот сразу автоматически уничтожится. Понимаешь, почему? Вот так вот. И смотрим, кого он... Никого не стал выставлять. Это просто хорошо, ребят. Я себе специально в колоду набрал вот этих вот зомбарей, вот этих вот призраков, которые у меня там будут, для того, чтобы именно вот так вот все и происходило. Когда уничтожают этого зомби, да, вместо него появляется призрак, который наносит атаку и понижает атаку вражескому зомбарю. Так, ну что, здесь, судя по всему, обменчик будет, да? Будет обменчик, но все равно мы два в лицо-то ему дадим хорошенько. Так, ну что, дальше у нас еще один зомби идет. Зомби, или же нет, друзья мои, скорее всего, не зомби будет. Будет у нас тут йети. Я хочу посмотреть, какую нам карту дадут. Он же нам вытягивает карты. Так, оу, легу. Легу нам с тобой дали. При уничтожении получение зомби-осьминога. Смотри, что творит, а. Ну ладно, призрак в копилочку. Поехали. Так, мы наносим 3 в лицо, он 2. Так, он еще от этого отхиливается. Не стоит об этом забывать. Так, ну что, мы его, в принципе, сейчас уничтожим. Сделаем это вот так вот. Кто погибнет? Этот или это? Ага, понял, все, я понял тебя. Так, чтобы он здесь не хилялся, мы его дальше добьем. Вот таким вот образом. Виноград, ты смотри, что творит, а, жучара. Виноград свой поставил. Ну тебе кранты. Ага. Так, секунду, секунду, подожди-ка, я подумаю, что нам лучше здесь поставить. Уничтожат, да, не мне его. Хорошо, я выставлю сюда привидение в простыне. Так, погоди-ка, и йети. Давай, давай, вытягивай мне хорошую, отличную. Воу, что-то у меня тут одни легендарки пошли. Кому? Ему нанесет, да? Ну, жук, ну ты за это ответишь. Так, ну что, ребята, мы получаем с вами 5 в лицо. Блин, 5 в лицо. У нас с тобой есть, если что... Так, это тратить пока не стоит. У нас есть с тобой подхил, да? Теперь самое интересное. Шампиньон вылазит. Поехали. Давай вот сюда поставим. Кого мы с тобой уничтожим? Ну, давай, например, сюда ударим. Ага. Дальше... А, ну-ка, так, наносит 2 единицы урона случайному растению или герою. Ну, давай я его сюда поставлю. Что он будет делать? Вот что мне интересно. Опачки! Ты смотри! Ты смотри-ка, что он тут вытворил, а? Гаденыши такие. Блин, я тогда хиляюсь. Да, ребята, 6 в лицо. Мало приятного.
И уничтожает, конечно же. Так, 8 энергии. Мы этого уничтожим с тобой. Нам надо только немножко продержаться. В принципе, у меня даже есть варик, как нам с тобой продержаться. Сделаем с тобой вот таким вот образом, да? Дальше мы можем с тобой сделать вот так. И, например, вот так. Что нам тут вытащат? Ага, понятно. Этот погибает или вот этот наносит? Все, понял. Ну что, ребят, давайте смотреть. Виноград. Блин. Ты запарил. Так, нам выпал призрак. Так, 4 единицы здоровья он себе восстанавливает. Но он прекрасно понимает, что он сейчас схлопочет вот от этого моего зомби. Но мы 6 в лицо-то, конечно, получим. Тут без вариантов. Но я боюсь, что у него еще есть такая карта, понимаешь? А если мы с тобой сделаем... Нет, ничего мы с тобой делать не будем. Или будем? Так, 1-1. 1-1. Ну давай я сделаю. Короче, мы с тобой так бомбанем. Окей. И вот так еще. Нормуль. Пропускаю специальный ход. Уничтожает зомби 3 или меньше. Теперь этого, да, призрака хочет уничтожить меня. Ударил в лицо. Слушай, а ты знаешь, что это очень-очень плохо для меня? 4-3, 7. 7 в лицо. Это очень скверно. Интересно, сможет он меня сейчас подбить или нет? Нет, у нас сработал блок. Ну, я поставлю сюда безумие. Да ну хорош ты, ё-моё. Ты посмотри, что он делает. Он мне наносит 2 единицы урона. Короче, надо было мне выставлять робота. Зомби-робота. И не париться, да? А вот теперь попробуй вытянуть вот такие вот карты. Фиг, чего у тебя получится. Ну, я буду знать, что у него есть зубостезила, да? Чомпер, так скажем. Ладно. Так, ну что? В принципе, неплохо, неплохо. Вот этому, наверное, можно поменять. Оставляем так. Естественно, у него будет на первом ходу шампиньон. Точнее, это споровик. Почему я его называю шампиньоном? Ума не приложу. Ох ты, смотри, он сразу мне бан в лицо. То есть 3 единицы, да, сразу мы с тобой получаем. Ну, гоблин, а. Еще у него энергии больше, чем у меня. Но у меня 2 хила. А ну-ка, давай-ка вот сюда поставим. Окей. Ну, еще этого чучела не хватало здесь. Этого чучела не хватало. Ну, ладно, мы сейчас с тобой сделаем как? За счет призрака, да? Уничтожим вот этого. Блин, у него энергии больше, чем у меня. Это мне не нравится. Так, уничтожаем этого. Этот гриб автоматически погибнет. 1 единица энергии. Что я могу сделать за 1 единицу? Ничего. А он просто тратит свой молоток. Предположим. Давай двигаться дальше. Я думаю, что нам, по-моему, надо хильнуться. Как ты считаешь? Надо нам хильнуться с тобой или нет? Или же мы с тобой можем сделать вот так вот. И вот так. Наносит 5 единиц урона. У него очень много заклинаний, ты заметил? Сумоист, к сожалению, ты здесь пока сделать ничего не сможешь. Только ударить. Ну, хоть ударили, и то ладно. Дальше. Нет, грибок, ты нам тут не нужен. Так, хиляемся. И ждем, когда он поставит свою зубостезилу. Вот она. Кто бы, блин, сомневался, а, что он ее поставит. Слушай, а у меня вот нету карт, которые могли бы сразиться с ней. Сейчас уничтожу двоих, понимаешь? Угу.
Ну, давай я сделаю вот так, предположим. И опять же, хильнемся с тобой. Поехали. Чё? Хорош, блин. Ты прикинь, у него две. Пипец, у меня нет слов. У меня нет слов на это все. Отлично. Блин, не даю даже воспользоваться. Две штуки, я даже... Так, у нас... Слушай, я могу их уничтожить двоих сразу же. Вот этим заклинанием. Но хватит ли у меня энергии? Блин, энергии не хватит. Энергии не хватит. Ладно, ставим сюда. Давай вот так вот сделаем с тобой. Ага. Поехали. Твою налево, блин, виноград свой плешивый выбросил. Ну что, ребята, нам... Нам надо с вами вот этого, наверное. Или вот этого лучше убрать. Убираем вот этого. Ну и что у нас получается? 5, 7, 8. 8 в лицо. 8 в лицо. Мы с тобой хиляемся. Так, ладно, дальше смотрим. Как мне его подбить, а? У меня что? Блин, я ничего не могу сделать, представь. Наносит 3 единицы урона. В наглую причем. Хопа. Как быть-то? Ну, например, я раздавлю вот этого. Да? Я раздавлю вот этого. Я могу уменьшить атаку вот этому чудику, да? Вот таким вот образом. И уничтожить его. К ядрине фени. Охо-хо-хо-хо. Два в лицо. Что дальше? Дальше все очень плохо. Ну, предположим, давай посмотрим, что. Есть у него какая-нибудь карта, которая сможет уничтожить мне зомби-бота? Будем надеяться, что нет. Он может, конечно, тут поставить. Есть! Есть ребятулечки у него. Что там еще он делает? Да. Так, что мне там выпадает? Блин, ее тратить нет смысла, ребят. Он сейчас все равно уничтожит меня. Трындец, да? Ага, ага, вот так вот, значит, да? Ну, давай-ка мы сделаем с тобой, наверное, вот таким вот образом. И вот таким. Поехали. Ну и что? А, он карту берет. Наносит 5 единиц урона. Жесть. Да иди ты, блин, в пень. Ё-моё, ну что ты делаешь-то, а? Как будто мне это поможет. Нет, ну... Я могу ему нанести урона, в принципе, по... А, могу вообще его уничтожить. Так, наверное, и сделаем с тобой. Поехали. Ну, 4 в лицо нам... придется получить. А он отхиливается, понимаешь? Чё, у меня карт вообще нету. Да. Ну и как ты тут прикажешь мне быть? Все, ребят, приплыли. Просто-напросто приплыли. Вот и все. Меня это не спасет. Почему у меня, блин, нет нормальных карт, а? Надо, ребят, сейчас зайти и посмотреть. Эти заклинания здесь, ну они вообще не... никому не нужны, поверь мне. Дай-ка я посмотрю. Разгром, что у тебя не так? Что с тобой творится, а, вообще? Призраки, это все хорошо. Вот эта карта нормальная. Почему у меня не выпадают многие карты, которые мне нужны? М? Например, вот эта вот, эволюция. Кстати, надо ее, наверное, взять побольше. Мы уберем с тобой, наверное, одного призрака. И возьмем действительно с тобой эволюцию, которая может уничтожать любое растение, да? Вот так вот мы с тобой добавим его.
Что еще можно здесь влепить? Баллончик этот поставить, что ли? Больше, в принципе, ничего такого сильного нету. Если, короче, друзья мои, не получится у нас сейчас с вами победить его, мы сделаем немножко по-другому. Мы пойдем играть с вами за супермозга. Ну, если супермозг не выиграет, ну, тогда я не знаю. В принципе, тут ничего сложного нету. Если бы у него, конечно, не было этих паршивых чомперов, он бы уже давно-давно в грязи валялся бы. Поверь мне. Этот у нас подсолнух. Ну, естественно, у меня первого хода нет, поэтому я пропускаю сразу же. Так, одно в лицо мы с тобой получим. Ну, а дальше, конечно же, у нас есть с тобой и такой зомбарь есть, и охотник есть. Кстати, охотника можно поставить, почему бы и нет. Давай его выставим сюда. Вот таким вот образом. Ну, у него же там колотушки, у него там чего только нету. Видишь, зомби на земле получает минус один, минус один. Все, поехали. На тебе. Так, дальше что? Понятно. Ну, а мы с тобой можем поставить, в принципе. Да хотя, что, мы сразу их всех уничтожим, да? Таким вот образом. Ага. Хилушку влепил. А я вот так тогда сделаю. Так, давай. Атакуем. У него, по-моему, чомпер стоит 6 энергии, да? 6. У нас с тобой еще есть немножко времени. Совсем капелька. Давай сюда призрака поставим. И сюда. Так, понятно. Он все себе хп восстанавливает, а? Ты посмотри. На! Сейчас защита еще сработает. Карту эту приберег. Интересно, зачем? Ну, зачем-то приберег. Вот так он, значит, делает, да? Ну, давай вот таким вот образом поступим с тобой. Пропускаем ход. У него что-то слишком много... Ой-ой-ой-ой-ой, я про виноград-то про это совсем забыл. Опять он меня тут обманул, а? Хорошо, что у меня хоть призраки идут вместо вот этих зомби. То есть какая-то выгода есть. Ну чё, поехали. Тут обмен тупо. У него, по-моему, виноград еще этот будет, насколько я помню, да? Явился, не запылился, а? Архаровец, давай сюда поставим. И пока больше никого. Вот они, друзья мои, вот они, эти хлопцы, блин. Так, ну что, я могу только вот так вот сделать. Лучше, как говорится, получить 4 в лицо, да? Чем 6. Так, эту карту мы прибережем с тобой. Бедный, бедный зомбик. Погиб. Так, ладно. Мы с тобой сделаем вот так. Потом вот так. И вот так. Хоть бы ты погиб. Нет, нифига не он. Поехали. Что, он сейчас еще одного, наверное, будет? Нет? Ну, он карту себе берет, да? Смотри, что творит, а. Так, зомби получает минус 2, минус 2. Кто получит урон? Этот погибает, да? Ну, хоть где-то, блин. Где-то нам повезло. И этот сразу же. Даже этого можем с тобой давануть. Только лишь для того, чтобы он не успел хильнуться. Вот так вот. Ну что, поехали, ребята. Так, у него останется 10 хп. Не забывай, что у него еще есть чомпер. Не забывай об этом. В принципе, я об этом и не забываю. Ну что, поставим с тобой... Он ведь сюда его влепит, да? Как пить дать, он поставит этого сюда, Гаврика. Вот, по центру. Я имею в виду именно чомпера. Нет.
Почему это так, а? Давай безумие влепим тогда. А, ты не забываешь, что у него, ребята, блок сработает. Он еще себе на одну энергию больше будет получать теперь, а? Так, давай, давай, 5 в лицо ему еще. На тебе. 100% ждет, когда я вызову своего киборга, да? Для того, чтобы уничтожить их всех. А я не буду сейчас ничего выставлять. Оу, ноу, 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 ноу. Твою же маковку, ты посмотри, что он здесь влепил. Ну что мы можем с тобой здесь сделать? -2, -2. Кому тут нанести? Ему? Ему. Да, ребят, лучше ему нанести, чтоб поменьше урона, как говорится, получить. Поехали. Ох, люто. Ох, люто, ребята. Давай еще. Щекотит тут, понимаешь ли. Так, ну что, я предлагаю сделать. Че, он карту тянет? Сколько у него карт, а? Слушай, а я могу сделать, знаешь что? Предположим, я поставлю сюда и вот так сделаю. Пока больше я ничего тут не могу, ребята, сделать. Смотрим. У него есть чомпер. Чомпер он может поставить сюда. Может их уничтожить. Не, у него заклинаний тоже еще хватает. Но нет. Нет, ребятушки. У него, видишь, легендарных карт целые штаны. Ну, как это называется, а? Друзья, ну вот как это называется? Как его я тут должен победить? Просто жесть. Кого тут убрать? Ну, чтобы поменьше получить урона, у меня только лишь один вариант. Это... Ну, вот этого уберем. 2 единицы урона. Нанести этому гаврику. Всего лишь надо. Все, он меня достал, я буду вызывать чемпера. Ой, чемпера. Робота. Я сейчас буду в шоке, если у него еще найдется такой же. Ну-ка, давай так сделаем. Смотрим, ребят, что он тут будет делать. Он может меня опередить, если сюда поставит кого-нибудь с атакой 4 или выше. То есть он может здесь прикрыться. Понятно. Ну вот скажи мне, как играть, а? Все, тут крышка, друзья мои. Тут крышка. Ну извини меня. 3 легендарные карты. 3. Плюс чомперы, которые у него есть. Просто это невозможно. Так сидит. Ну это просто, знаешь, ну... Секунд, одним словом. Ладно, разгром. Давай-ка мы с тобой немножко повременим и поставим супер мозга. Не уверен, что смогу выиграть. Но попытаюсь. Офигеть, он тут чудит, а? Так, убираем эту. Ой, выставили мне тоже. Че, вы хотите сказать, первого хода мне не будет, да? Мне его не видать, как своих ушей. Нормально. Че поделаешь? Пропускаем ход. Единственное, что, конечно, у нас... Что? Понятно. Он еще в лицо сразу берется за энергию. Понял, да? Сразу ему нужен добор, видите ли, энергии. Ну, хлыщ, а? Ну, хлыщ. У меня, опять же, никого поставить нельзя. Поэтому пропускаем ход. Началось. Так, ну я ставлю вот таким вот образом. Давай, какой-нибудь из грибочков погибни, пожалуйста. Нет. Почему этот отдуплился? Ладно, предположим. У нас есть усы, это заморозка.
Но я, наверное, сделаю ее немножко по-другому. Вот так вот с тобой поставим. Что там? Уничтожает зомби мне, да? Так, мы с тобой сейчас будем, кстати, набирать карты. Так, что нам там достанется с тобой? Ага. Так. Трубочист. Трубочист. Ну, а если я вот сюда... Подожди, вот сюда вот поставлю. И... Блин, его туда не хотелось бы лепить на самом деле. А надо было. А надо было, понимаешь? Хотя неизвестно, кто урон получит. А, все тогда, все шикарненько, ребят. Так, уничтожаем этот грибок в лицо. Так, еще одну единицу в лицо, пожалуйста. Так, что там? О, нам достался гробовщик. Нам с тобой достался гробовщик. Слушай, а если мы с тобой сделаем гробовщичка, а? По идее, при появлении зомби получает одну единицу урона, да? У меня появится 4 зомби. То есть смотри, что он сейчас будет выставлять. И это прикольно. Смотри, что мы сейчас с тобой сделаем. Урон, этот должен получить урон. Еще урон. И еще урон. Да, конечно, уничтожит он мне 2 зомби, но все-таки. Так, карту на дорожку. Так. У-у-у. 9 хп всего лишь, что у тебя, парень. А у меня... Был бы у меня еще один гробовщик бы, да? Было бы шикарно. Был бы у меня еще один гробовщик, было бы вообще замечательно. Так, это ты зря, парень, делаешь. Потому что мы с тобой сделаем следующим образом. Ставим сюда. О, нормуль. Так, дальше, если, предположим, я поставлю... Так, у нас есть еще с тобой заморозка, да, на худой конец? Поехали. Так, восстановили 4 единицы здоровья. Пускай восстанавливают, ребята. Это ничего страшного, у нас есть заморозка, я его смогу заморозить. Даже это не поможет. Так, кто урон получит? Понятно, теперь мы с тобой замораживаем этого ханорика. Вытягиваем карту. И еще одна есть единица, но нам ее потратить некуда с тобой. Так. Окей. Этому уничтожение. Так, а этот не может атаковать у нас, да? А что, он тут все равно ходит? Здорово просто. Он, понимаешь, все равно ходит. Ну что, делаем с тобой вот таким вот образом. Две энергии, да? Две энергии. Ну, предположим. Но ему крышка все равно, ребят. Я его уничтожу с помощью бонусной атаки. Кого он уничтожает? Этого, да? Гробовщика. Он уничтожает мне гробовщика. Ну что же, давай уничтожим. Не забывайте, что у него еще есть такие карты. Так, как бы нам сделать? Перемещение зомби плюс 1. А нам с тобой нужно всего лишь-то ничего, да? Господи, как сделать-то? Ну давай я сюда поставлю зомби-астронавта. И нанесем ему 4 единицы урона. То есть у него остается... Ага, ага. Неплохая карта. Блок у него на подходе, как ты видишь. Давай свой шампиньон плешивый. Так, мы можем с тобой... Хм. Ну давай попробуем. Рискну. Смотрим, ребят, что он будет делать. Ну тебе крышка, парень. Тебе крышечка, родной. Ничего тебе не поможет здесь. Блок, да, сработает у него. У него сработает блок. Так, превращение в зомби случайного. Ага. Который стоит на 1 единицу дороже. Ну, предположим, друзья мои. Кого превращаем? О, прочерк, слушай, неплохо. И, кстати, мы сейчас с тобой кое-что сделаем. Сделаем мы с тобой следующее. Бонусную атаку.
Именно. На. Слушай, ребят, по-моему, все, песенка его спета. Да, защита сработает, я не спорю. Все зомби 1-1, но это тебе не поможет, парень. Ах ты, жук. Кинуться зато не успел. Так, команда, он сейчас может эту вызвать карту, помните, ребят? Какая у него есть карта? Так, перемещает зомби и наносит урон. Я не буду пока ничего ставить. Ну что, будет свою легу ставить, нет? Ты что, издеваешься, что ли, надо мной? Я не понял. А? В плане, я что, просто так потратил горшок? Здорово просто. Я просто так потратил горшок. Это со своими шампиньонами, ну серьезно говорю, достал уже просто в корень. Давай я так сделаю. И вот так. Ну давай посмотрим, блин, что ты там сделаешь. Наносит 5 единиц урона. Предположим, дальше что? Ты смотри, а. Смотри, что творит. Не дай боже, у него, ребята, будет этот... Как его звать-то? Ты понял, легендарная карта, это будет все, это финиш. Одну единицу этого не могу нанести, ты прикинь? Просто не могу нанести ему. Давай вот так вот поставим сюда. И, блин, в конце концов, вот сюда. Так, надеюсь, у него нету этой карты. Да это фигня, что он там применяет. Это тоже ерунда. А вот этот расколешь мне? Нет? Ну тогда все, тебе кранты. Давай специально сюда приставим для подстраховки и наносим ответный удар. На тебе. Наконец-то, ребят, ну это да. Вспышка на солнце меня сегодня, ну прям вообще, вот прям выбесила своими легендарными картами. Я удивлен, почему здесь ей не выпало куча легендарок. Ну что, последняя, да, у нас с вами опять же будет Капитан Огонек. И для этого я, наверное, возьму все-таки разгромчика сюда, потому что, ну, ты сам видел, что разгром довольно неплохо с этим Капитаном Огоньком расправляется. Но опять же, что сейчас будут за условия? Это же как бы босс. В принципе, неплохая рука. Да, я думаю, считаю. Так что попробуем выиграть его. Так, команда, ясно все. Внимание, так, на старт побей босса. Так, наши вечно-зеленые противники получают одну единицу силы на каждом ходу. Восстановите справедливость ради зомби и ради мозгов, разумеется. Противники получают плюс одну силу? Ты серьезно, что ли, сейчас? Угу. Блин. Смотри, что делать, а? Своими заклинаниями разбрасывается налево и направо. Вот маразматик, а? Ну что, выставляем, наверное, с тобой... А, у нас есть охотник. Ну, мы с тобой уничтожим этот гриб. Вызовем с тобой охотничка. Окей. Пропускай ход. Батат. Бататик, да? А если я сделаю вот так? Ну, посмотрим, ребят, что у нас получится здесь. Он сделать, естественно, ничего не сможет. А любое растение, которое он будет выставлять, будет сюда переходить. Ага, он на следующем ходу получает, да? Урон в одну единицу. Ну, что ж, давай тогда уничтожим его. Так, пропускаем ход. У него три... Так, начинается, да? Так, плюс 3, плюс 3, прикинь. Мы с тобой зомби из какого-нибудь выставим. А потом он у нас получит 3, плюс 3. Но я пока этого делать не буду. Не вижу, зачем. Сумоист. Ну, сумоиста, в принципе, можно вот сюда поставить. Да? Я поставлю сюда сумоиста и хочу проверить, что он будет делать. Ага, ага. Вызвал, блин, ананас. Да, ребята, у него, оказывается, есть ананасы. Ну что?
Вот этого, наверное, мы сюда подвинем с тобой, да? Твою же налево. Ладно, этого уничтожим. Ай, как грустно. Ничего не поделаешь, ребят. Придется, блин. Если бы у меня вот здесь был сумоиз, да, он бы уничтожил бы его. Так, у нас призрак. У нас с тобой призрак. Что будем делать? А, ну в принципе да. Давай вызвать. И вот этого тоже гаврика мы с тобой уничтожим. Надеюсь, уничтожим, потому что сейчас он выставит кого-нибудь, да, и получит одну единицу урона, а не вот этот вот ананас. Блин, а, например, вот этот вот жиробас. Да чтоб тебе. А чё ты... А, он притягивает к себе. Так, кому понизить? Ну, конечно, этому. Атаку, да? Фиговенько. Жалко, что мы с вами получим 2 единицы в лицо урона. 2 единицы в лицо. У нас есть хиллер. Эти сейчас еще, не забывай, повысятся по атаке. Вот в этом-то большая проблема. И этот шампиньон постоянно мешается тут, а? Что сделаем с тобой? Медика призвать. Медика призвать. Или фараона. Фараона я больше уверен, что он уничтожит. Да, в принципе, он и медика уничтожит мне. Как пить дать. Опа-на. 9-9. Зашибись. Давай-ка мы тебе вернем родное на место, потому что толку от тебя здесь сейчас вообще никакого не будет. 9 в лицо, это жестко. Он сейчас станет 10. О-о-о. Друзья мои, по-моему, тут трындец. Здесь надо играть не за разгрома все-таки, по-моему, а... Слушай, я уже не рад, что я вот эту фигню поставил, потому что она постоянно притягивает. И он только становится сильнее и сильнее. Не надо, вот это надо, наверное, нам убрать. Так, что это у нас за... При появлении сверху, так, перемещается в воду. И что? Ну, перемещаешься в воду. Да ну, ребят, ну тут... Тут... Трындец. Он сейчас в воду сиганет. Дуралей этот. Бульк. И все, и в воде он себя комфортно чувствует. Нам даже отхил, по-моему, не поможет здесь. 6, 10, 16 урона. Ну, сработает еще блок, конечно же. Ну и что ты прикажешь мне делать? Не, 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 не. Никак не выиграть нам тут. Даже этот призрак мне здесь не поможет. Да, мы с тобой переиграем, но на этот раз, наверное, будем все-таки играть за супермозга, потому что у него есть карты, которые нам что делают? Смотри, что он, как он прокачивается люто, а? Ну как это меня может спасти, а? Ну вот как? Да никак, елки-палки. Просто никак. Это надо, чтобы каждый, буквально каждый ход контролировать. То есть, ну, все. У нас с тобой срабатывает защита. Смотри, что творит, а. У нас с тобой срабатывает защита, на второй ход он меня просто уничтожает. Жесть. Да, разгром, извини, но тут как-то не катит. Тут слишком какие-то суровые условия. Они получают плюс один на следующий ход. Так что нам нужно сразу же избавляться от них. Давай, супермозг, попробуем за тебя. Надеюсь, будет от этого больше эффекта. Хоть у нас там и призраки были, но... Они нам не вручали ничего, ребят. Так, этого убираем отсюда. Да ёпрсеты, ну что вы делаете? Ну что вы мне даете, а? Ну нафига? Ребят, извините, я лучше сразу сдамся, потому что с такой рукой
Нам вообще ничего не светит. То есть он будет развиваться, развиваться. Так, поехали. Сразу же посмотрим, что нам дадут. Мне нужно, чтобы у меня был первый, второй, третий. И вот так вот по нарастающей. Так, гробовщика я, наверное, ставлю. Давай смотреть. Ну хотя бы так оставить. Хотя бы, ребят. Да, вылез. Вылез, голубчик. Да я знаю эти условия, что вы мне втираете это все время. Блин, бонг, че я вылез, а? 4 в лицо. Круто. Че я могу тебе сказать? Круто просто-напросто. 4 в лицо. Ни за что, ни про что. Они еще, блин, они еще силу повышают. Ну, че я могу только вот так вот, наверное, сделать? Он сейчас еще кого-нибудь влепит. Бонусную атаку. Совсем что-то приборзел, а? И еще выставлю. Да ну, у тебя же не было таких вот. Да. Ладно, получим с тобой еще 3 в лицо. Только эти получат на следующий ход по атаке. Об этом не стоит забывать. Ой. Офигеть. Еще один шампион. Я не знаю просто, что делать. Ну, давай так вот сделаем. Слушай, а может быть взять простенькие карты, а? Которые стоят там по 1 единице. Ты представляешь, их будешь выставлять, да? Они будут получать все урон. Ведь в этом же есть смысл. Сейчас мы попробуем, ребят, так сделать, наверное. Блин, ну посмотри, сколько урона мы сейчас с тобой будем получать. Не будем пока тратить. Так не годится. Прочерк, да? Смотри, что творит, а. 2 и 2. Ну давай вот сюда вот поставим. И... Блин, ну и вот так вот, что ли? Естественно, он сейчас будет что? Наносит 3 единицы урона. Правильно, он испугался. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Это люто. Тут ничего не скажешь. Смотри, еще 6. Остается 3 хп. Я могу этого, конечно, уничтожить. Все, ребят, переигрывать будем. Это вообще жесть. Ну что творит, а? Гробовщик стоит 5. У нас всего лишь 5 энергии. Ладно, поехали. Может быть, кого-нибудь из этих хотя бы ушатаем. А я в этом очень сильно сомневаюсь. Он же сейчас все равно кого-то вызовет. Как пить дать. Ну вот, смотри, что творит, а. Ё-моё, это картошка с... 10-5, да куда нафиг, а? Не выкатит, ребята, нифигашечка у нас. Охо-хо-хо-хо. Ладно, тут надо менять колоду однозначно, потому что у нас не получается. Попробуем с простеньких растений с тобой. Супермозг, давай мы с тобой... Давай-ка я вообще сделаю какую-нибудь новую колоду, создам специально для этого. И здесь, как говорится, не грешно вот применять именно за 1 единицу. За 1 единицу энергии, а раз такая уже пошла у нас пляска, будем выставлять именно их. Так, кочегара тоже заберем с тобой. Плюс вот этого менеджера давай добавим. Так, он уже 2 единицы энергии. Вот, с прочерком. Побольше, побольше. 4 штуки это максимум, да? Дальше мы с тобой возьмем усы. Штучки 2. Бонус на атаки. Как же без них-то? Так, далее что? Вот этого гробовщика возьмем. Вот эту карту обязательно. Гаргантюа, я думаю, трогать не стоит. Возьмем вот этого вот. Вот эту. Так, о, еще очень много у нас есть. Так, вот этих возьмем. 2 штуки. Вот этого щекотуна, так скажем.
Так, возьмем с вами добор. Так, этих я полностью взял. Давай, кочегар, выходи за одну единицу энергии. Грех не взять. Так. Где у нас? У нас курица еще есть, да? Ой, уже, по-моему, перебор. Ну, как-то вот таким вот образом. Я не знаю, что из этого получится. Подожди-ка, нам... Блин. Фиг его знает, ребят. Попытаемся вот так вот сделать с вами. А где эта колода? Это? Она? Она. Так, ну что, попробуем вот такой вот, ребята, колодой сыграть. Раз он выставляет всякие там шампиньоны, да, которые там развиваются, раскачиваются, мы будем с вами немножко по-другому действовать. Это убираем сразу же. Это, наверное, тоже берем. Да ядрить тебе на корень. Ладно, фиг с ним. Ну что, выставляй свой шампиньон. Я выставлять буду ниндзю. Да я знаю. Вечно зеленые друзья. Какие они мне друзья, я тоже нашел друзей. Поехали. Ать. Выстрел, да? Блин! Ну ты издеваешься, что ли, а? Ну смотри, ну как вот специально делает все, а? Так, ну что, пойдут, наверное, у нас с тобой прочерки. Пойдут с тобой у нас прочерки. Давай-ка. Кто-то из них погибнет, окей. А он делает бонусную атаку. Смотри, что, а, вытворяет. Что, специально, что ли, блин, а? Пять в лицо. Ну, жук, а. Да-да-да-да, блин. Ну ты же бесишь меня уже, я не могу прям как. Давай, я буду все использовать. Ага. Влепил. Ладушки. Так, сейчас мы... Вау. Нет, пока я не буду это тратить. Прочерк. 4-2. Плюс этот гаврик, да, появляется? Ага, я не могу, что... Нет, могу, ребят, могу сюда поставить его. Твою же налево, блин. Ну вот как лучше сделать, а? Так вот, что ли? Что за карта мне? Ага. Ну давай, сюда еще поставим. Этого уничтожили. Больше уверен, он будет уничтожать мне вот этого чудика. Опачки, понял? И в ананасик всех. Зашибись? Зашибись. Лучше и не придумаешь. Ну раз мы будем погибать, так погибать с музыкой. Оу, еще и ниндзю мне дали. Будем уничтожать с тобой этот ананас. Фигов. На тебе тоже. Так, двигаемся дальше. 4-3, да я понял. Что 4-3? Так, мы можем с тобой сделать. Блин, как быть-то, а? Давай, наверное, сделаем вот так вот. Вот так. И ниндзю еще. Да блин, ну почему вот этот... Я надеялся, что вот этот отдуплится. Но нет, не отдуплился, как ты видишь. Так, хоть бы этот... Ну что получается? Ага. Две энергии. Ну и что? Куда мне их тратить? Да никуда. На тебе. Все наприкрывал тут своими этими ханориками. Экономщик фигов, а? Три карты у тебя, да, значит? 5-3. 6-5. Так, подожди-ка, если я сделаю... Блин. Мне вот этого нужно уничтожить. Вот этого.
Хочешь ты не хочешь, мне нужно его убить. Все растения получают плюс 2 к атаке. Естественно, вот этого сразу в расход. Ага. Нет, парень, тут ты промахнулся. Так, мы уничтожаем этот. Остается горохострел. Сейчас вмажет, конечно же. Но у нас с тобой сработает блок. Блок. А, да, вообще круто получилось. Даже лучше, чем я ждал. Давай, вызывай своего шампиньона. А мы вот так сделаем. Так, ребята, у нас есть усы, заморозка. Сейчас посмотрим, кого он... Парень, это тебе не поможет. Мы сделаем с тобой вот так вот. Карту вытянем. Так, а что это? При появлении... Так, зомби наносит бонус на атаку. Отлично, это будет шикарно. Так, удачи, браток, спасибо. Спасибо вам. Так, что у него там? Растение получает плюс 4. Блин, фигово. 7-2-то... Может, не надо, а? Друже, может, не надо делать такое, а? Как ты меня заколебал, а? Ну, не могу прям. Что там у нас наносит бонус на атаку? Окей. Выставляем сюда. Да ну. Хорош. Ой-ой-ой-ой-ой. Хорошо, что у нас с тобой есть две энергии, да? Так. Который нанесет бонус на атаку. Как там сделать? Который нанесет бонус на атаку. Давай, мы, конечно же. Вот таким вот образом. А сюда... Просто придется прикрываться. Кто-то еще получит урон. Получи вот этот вот. Что бы он получил, а, ребят? Да-да-да, наконец мы его уничтожим. Так. Мы оба с ним без карт. У нас одинаковое количество здоровья, как ты видишь. Ну, дайте мне... О, слушай, у нас с тобой сейчас будет карточка. Да ёпарасете. Так, надеюсь, он отдуплится. Хоть бы отдуплился этот. Ну... Нет. Нет, как всегда. Ну, давай вот так вот сделаем. О, совсем другое дело. Ребят, смотрим, что у него. О, блин, он сейчас перетянет, да? А, вот так он сделал. Слушай, ну мы уничтожаем, здесь уничтожаем. И у него останется одно хп. У него останется одно. Блин, у него блок сработал. Кто там у этого психа, может быть? Я не знаю, ребята. Так, ну тебе крышка. Сейчас мы тебя уничтожим отсюда. Фух, друзья мои, если у него там нет ничего такого заурядного, то ему кранты. Все. Все, 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 все. Ну, огонек, а? Ну, огонек. Чтоб тебя, как говорится, разорвало. Что, в принципе, и произошло. Ну что, дорогие друзья, вы все прекрасно сами видели. Отличная была игра, мне очень понравилась. В меру сложная. И как ты видишь, следующим у нас будет псих. Травяной кулак, да, ребята? Травяниста. Да, я тебе устрою травяниста. Но это, конечно же, будет уже в следующей серии. Так что, дорогие друзья, всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.